Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я риэлтор, занимаюсь продажами квартир в Рязани. В данный момент хочу вам показать квартиру, которая находится в Рязани, Олимпийский городок, дом номер 3. Находится на втором этаже, полностью с ремонтом, готова к проживанию, в данный момент вошла в продажу. Сейчас небольшой видеообзор по этой квартире, смотрим. Так, ну смотрите, начинаю с коридора, с лестничной площадки. Смотрите, какая красота. Плитка, свет. Интересно, сама дверь интересная. То есть подобных таких вот эксклюзивов не везде и увидишь. А тут я считаю, что застройщик, северная компания, постарались, проявили фантазию. Смотрите, дверь хорошая, добротная, тяжелая. В принципе, как и нужно. Несколько замков. Вот такая красота. Ну и заходим с вами внутрь квартиры. Квартира небольшой площади. Но самое главное, что если сравнить ее с другими подобными планировками, с подобными квартирами, здесь есть место для коридора. То есть тут, видите, стоит раздевалочка. От двери, если мы с правой стороны, место под такой, можно сказать, шкафчик. Если нужно, его можно усилить, да, перенести вот сюда. Просто это будет внутри шкафа, но будет он гораздо глубже. В принципе, не так это все сложно. Если нужно, то тут, пожалуйста, место. Ну, можно зеркало какое-нибудь повесить. В принципе, то, что место есть, то, что его можно использовать, это очень хорошо. В некоторых квартирах входишь и просто попадаешь сразу в комнату. А тут есть такое зонирование. Так, следующее, что вам покажу, это санузел. Квартира небольшая. Санузел, понятно, что он совмещен, но он тоже очень грамотно используется. Грамотно спланирована площадь хозяевами. То есть вот ванна, пожалуйста, унитаз, пожалуйста. Очень важно, что есть место под стиралку, потому что площади небольшие, и на кухню ставить стиралку было бы не то что проблематично, не так много места, чтобы еще и терять место на кухне. Вот, пожалуйста, есть умывальник. То есть все, что нужно, все сюда поместилось. Вот такая вот, считаю, красота. Так. Сейчас мы закроем, чтобы вам было понятно. Так, перед вами комната. Комната достаточно удобная. Тут, пожалуйста, если вам нужно, компьютер поставить себе. Вот такая красота. Собачка какая, смотрите. Классная. А вот еще собачка. Интересно. Тут спальное место. Тут, соответственно, гарнитур. Телевизор. Поставите большой, если будет нужно. В принципе, вот так вот. Даже вот картинка какая есть. Давайте посмотрим. Такая вот картина. Сейчас отойду. И немножко остановлюсь, покажу. Вот такая. Ну и здесь у нас кухня. Сейчас мы туда с вами и пойдем. Так, ну смотрите. Вот мы немножко от окна вам покажу. С другого ракурса. И идемте с вами на кухню. Вот сам кухонный гарнитур. Есть, пожалуйста, раковина. Где готовить, где приготовить. И стол, где покушать то, что наготовлено. Тут место под холодильник само по себе напрашивается. Даже есть небольшой стульчик. Можно открыть окно и любоваться. То есть вот такое. Сейчас еще вам покажу. Вот такая кухня. Так. Развернусь. Мы на втором этаже.
рядом стоянка, парковка. Так что можете свою машину поставить, если она у вас есть, и смотреть. Второй этаж. Можно подождать лифта, а можно спуститься или подняться по лестничной площадке. Занимает не так много времени и не так много усилий. Еще раз вам комната. Ну, вот такая вот квартира. Так, вот смотрите, сейчас я вышел в коридор из квартиры. Вот она, номер 25. И что очень хорошо, опять же, хозяева продают рядом кладовочку. Ну, интересно, там такая дверь. Света в кладовке нет, в принципе, она небольшая. Так, наверное, не видно. Ну, вот банки, склянки, все вот то, что... Ну, сами знаете, ценность кладовых помещений. Там размещается все, что не нужно в данный момент в квартире. И это тоже большое дело. Тем более, если квартира небольшой площади, кладовка очень-очень выручает. Да любой площади кладовка выручит. Потому что по себе знаю сейчас. Если выгрузить все, что там собрано, а все очень нужное, в квартирах невозможно будет пройти. Так что вот... Показал вам квартиру, кладовку. Сейчас покажу вам первый этаж, входную группу. Я думаю, тоже вам будет интересно посмотреть. И дом снаружи. Так, это я вам сейчас холл лифтовой на втором этаже. Видите, мы находимся на втором этаже. Лифты, цвета тоже классные. Вот, покажу. Вот такая вот красота. Жилой комплекс «Северный», застройщик «Северная компания». Точнее, это четвертая очередь жилого комплекса «Северный». Сейчас покажу. Красота. Приятно. И в гости прийти, и проживать. Так, ну, показываем дальше. Так, тут покажу вам входную группу, которая, в принципе, свойственна застройщику «Северная компания». Ну, вот такая вот красота. Смотрите. Видите, почтовые ящики. Сейчас пройдусь так. Это специально для мамочек с коляской. Так вот. Ну, видите, как красиво просто хочется. Так вот. Светло. Добротно. Хорошо. Это двор небольшой. Но в жилой комплекс «Северный» большие дворы. Поэтому гулять можно везде. Тут поменьше, там побольше. Торговый центр рядом. Олимпийские, магниты, всякие пятерки. Все тут есть. Все тут рядышком. Ну вот. Так вот красиво. Еще раз вам отсюда покажу. Ту-ту-ту. Такая вот. Сейчас тут люди заезжают, вносят стройматериалы. Я покажу вам дом снаружи. Так, вот перед вами сам красавец дом, в котором продается эта квартира. Подъезд. Небольшая дворовая территория. Рядом детский сад. Дальше вот идут следующие очередя сданные. Вот чуть правее там один дом сдан, второй вот сдается в следующем году. Еще кругом здесь один жилой комплекс «Северный». Так, что у нас тут рядышком? Тут академия тенниса, сам спортивный комплекс олимпийский. Мало ли, если хоккеисты, приезжайте, тут вам будет, у вас будет квартира. Дом опять же вам покажу. Ну, рядом парковка. В принципе, все, что нужно, все есть. Так, ну вот, показал вам дом. Ну вот, показал вам саму квартиру, показал подъезд, показал входную группу, дом снаружи посмотрели. Я думаю, вам все это понравилось. Будут какие вопросы по этой квартире, нужна консультация, захотите прийти посмотреть ее, звоните мне по телефону 8-910-973-33 или пишите там Viber, WhatsApp. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Видеообзор заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.